Девчоночки мои дорогие, всем привет! Вы на канале Тайны Девчонок. И сегодня предлагаю вам провести день со мной. Так сказать, пополнить мой гардероб, ну и, конечно же, по нашей традиции, сегодня пройдемся аж по трем большим отделам с прокладками, рассмотрим там ассортимент, возможно, будет что-то новенькое и интересное, поэтому, конечно же, оставайтесь со мной, не забудьте про лайки и подписку, ну а мы уже будем начинать. Мы с вами пришли в торговый центр, и здесь как раз есть гипермаркет «Магнит», поэтому предлагаю отправиться именно туда и рассмотреть там ассортимент. Выбор прокладок здесь был достаточно большой, что меня, конечно же, порадовало. Давайте начнем с верхних полочек, и там стояли тампоны от Kotex, OBI. Кстати, все хочу купить OBI Mini, но как-то здесь они были дорогие, поэтому не стала их брать. Далее стояли тампоны мои самые любимые, это Tampax Compact, особенно на 2 капельки. Далее OBI с очень большой капельностью, 6-5. То есть прям такие большие тампоны, я бы так сказала. Самые обыкновенные Kotex Active. Чуть ниже стояли ежедневки от Kotex, кстати, они были по очень хорошей цене. Рядом с ними были La Fresh тампоны, я их ни разу не пробовала. Соседнюю полку занимали прокладки Always Platinum. Все они были по очень хорошей цене, на все были скидочки, и их там было достаточно много. Ежедневки от Discreet и такие прокладки от Naturella на 5 капель. Кстати, очень хотела их взять, но потом как-то снимала-снимала и про них так и забыла. Такие же Naturella Ultra, только в больших упаковках и в ночном формате. Чуть ниже были прокладки от Kotex, Libres в новом дизайне Natural Care. И рядом просто гигантские пачки Always по 26 штук в одной упаковке. Меня, так скажем, просто удивляют. Но, кстати, покупать именно такие большие пачки очень выгодно. Самые различные прокладки от фирмы Bella, Violet, Herbs, Classic. Вверху стояли ежедневочки от Libres, Always, Discreet. Также ежедневки от Naturella я очень давно искала, везде хотела их купить. Но здесь была проблема, то что они были только в таких вот XL огромных пачках. Я подумала, что такая огромная пачка, но мне просто ни к чему, мне будет ее неудобно хранить, поэтому подумала, что найду в каком-нибудь, наверное, другом магазине. Ну и, конечно же, куда же мы без фирмы Kotex, был достаточно большой выбор, как дневных, так и ночных. Libres, эта фирма также, конечно же, была в этом магазине. Обязательно ежедневочки от Carefree. В целом у меня уже все они есть, поэтому я не стала их покупать. А вот черные ежедневки от Libres, это мое еще старое желание, но все никак не могу найти их по скидке, поэтому пока что не покупаю. А вот эти вот урологические прокладки мне показались безумно интересными, поэтому в этом магазине я решила их купить. Ну что ж, теперь предлагаю отправиться нам с вами в магазины с одеждой. Вообще, я очень люблю шопинги, покупать, выбирать себе вещи. Это прям, ну, практически всегда поднимает мне настроение. Поэтому сегодня мы этим и займемся. Я уже выбрала себе несколько вещей и сейчас отправляемся в примерочную. Во-первых, мне была нужна школьная юбка, а этот цвет и фасон мне прям безумно понравился. Поэтому я подумала, что ее стоит купить. Также вот такая вот белая кофточка, самая обыкновенная. Ее я буду носить в школу. И светлые штаны, они, скорее всего, подойдут идеально на лето. Все остальные вещи я вам покажу уже по приезду домой. Теперь отправляемся в магазин «Перекресток», выбор прокладок здесь достаточно скудный. Тем не менее, начинаем мы как всегда сверху, с тампонов, Kotex, OBI. Кстати, здесь были вот эти вот OBI Mini, но я их что-то опять не взяла. Подумала, ладно, уж куплю в следующий раз. Чуть ниже стояла вся фирма Libres. Кстати, я решила приобрести себе вот такие вот натуральные, так как давно их также хотела. Что касается прокладок от фирмы Always, то выбор в этом магазине был достаточно большой. Но вот цены были такие же большие, как и выбор, потому что все было вообще без акции и прям вообще невыгодно. Ниже Naturella стояло, все было точно так же, то есть все без акции, очень даже дорого. Рядом стояли Kotex, и что интересно, везде был только старый дизайн, прокладки от фирмы Просто, то есть это фирменные прокладки от Перекрестка, Carefree, Bella без крылышек, далее ниже стояли ежедневки от фирмы Libres, ну, такой достаточно небольшой выбор, Discreet и ежедневные прокладки также от фирмы Просто, меня прям заинтересовали, и я захотела их себе приобрести. Лично мне кажется, что магазин Лента может похвастаться этим просто огромным ассортиментом продуктов для женской гигиены, поэтому давайте рассмотрим все это поподробнее. Итак, прокладки от Lady Wilsh, Олы, все это у меня уже есть, мне показалось новинкой вот эти вот от Лента, но что-то я их так и не купила, как-то мне они, так скажем, не понравились. Далее шла Naturella, Bella, вообще всякая разная, классическая, также была Perfecta Ultra Violet, Blue, Fotins, в общем, очень много всяких, и Herbs, вообще, в общем, выбор очень даже большой. Далее чуть ниже стояла уже Ола, кстати, я заметила вот такую вот Олу, такой же у меня также в коллекции еще нету, но как-то я ее также, собственно, не взяла. На нижней полке стоялись новые же Ола, без крылышек, классические, ну и прокладки от фирмы 365 дней, такие у меня уже есть.
Конечно же, очень много прокладок от Naturel, Libres, как классических, так и ультра, то есть вообще всякие разные, все, что есть. И, кстати, цены здесь достаточно приемлемые, то есть мне все понравилось. Но единственное, что для этого вам понадобится карта, потому что без карты, ну, цены очень высокие, вам сразу же говорю. Ну, кто покупает ленты, вы, наверное, об этом знаете. Также вот мне очень понравились вот такие вот Libres, натуральные. Очень давно их искала, поэтому в этот раз и взяла. Целый стенд, посвященный прокладкам Always, выбора, сразу же говорю, очень много. Но единственное, что мне не понравилось, это то, что очень высокие цены лично для меня, для нашего города, потому что, допустим, вот этот Always Platinum маленькой пачки можно купить всего лишь за 80 рублей, а тут, допустим, продается за 120. То есть прям цены очень высокие, но так в целом выбор, как я уже сказала, большой. Очень много, если не ошибаюсь, корейских прокладок, вот эти вот с кошечками, можно купить в фикс-прайсе, там они тоже достаточно бюджетные. А вот эти корейские уже, которые чуть ниже, сейчас на экране, они прям очень дорогие, по 500 рублей за пачку. Если бы они были дешевле, я бы их взяла. Но вот зато я нашла вот такие Кэфри Ультра, ни у кого из девчонок на каналах еще не видела, поэтому, конечно же, их сразу же ухватила. Могу отметить, что мои любимые коты здесь были по очень хорошей скидке, конечно, ценники красные, плохо видно, но вот скажу, что стоили они примерно в районе 80 рублей, то есть то очень хорошо. Стенд, располагающийся на противоположной стороне, был заполнен ежедневками, сверху стояли различные дискрит, то есть прям практически, мне кажется, там была вся линейка представлена, ежедневки я самая, такие у меня, кстати, уже есть в моем хранении, Ола, Silk Sense, также Ола классические. Кэфри все были замечательными скидками, с красными ценниками, в районе 70 рублей, то есть прям все так очень бюджетно, я бы сказала, но из Кэфри я ничего так и не купила, что касается ежедневок, потому что в целом у меня уже все это есть. Тут я нашла ежедневки от Беллы, которые видела их только у одной девчонки на канале подобным, но вот одна пачка была открытая, поэтому ее я это брала и взяла вот эту. Гигантские пачки с ежедневками от фирмы Bella, от линеек Flora, Panty, и могу еще отметить, что был большой ассортимент с ежедневками Libres. От Kotex, мне кажется, вообще были представлены абсолютно все линейки из их фирмы, ну, по крайней мере, которые я вообще, в принципе, видела. Always незаметная защита, еще немножечко Kotex. Далее шли Naturella. И, кстати, именно здесь я наконец-таки нашла эти маленькие упаковки с Naturella, которые очень давно хотела купить, и в этот раз, конечно же, наконец-то их приобрету. Переходим к стенду с тампонами. Во-первых, как видите, тампоны от Оби дневные и ночные. Еще меня очень заинтересовали тампоны именно от фирмы Ола, потому что ранее я их нигде не видела, но оставила эту покупочку на следующий раз, потому что сейчас уже купила много, чтобы вам видео потом показать. Kotex и мои любимые Tampax. Наконец-то все покупки совершены, и теперь можно возвращаться домой, будем все это примерять. И вы только посмотрите, какая сегодня замечательная погода, море просто прекрасное, в общем, идеальный день. Во-первых, из того, что я купила, это вот такая вот бордовая укороченная футболка. Но эти светлые штаны вы уже видели. Из обуви я приобрела себе вот такие вот белые кроссовки. Кстати, очень удобные, мне прям очень понравились. Самые обыкновенные черные лосины с белой футболкой. Мне это нужно, собственно, для занятий танцами. Ну а так, вообще, мне кажется, это такие стандартные вещи, которые всегда нужны. Ну и вот эту вот белую кофту и юбку вы уже видели, и мне кажется, что из этого получится очень даже неплохой образ в школу, только бы сюда чего-то еще добавить, и будет идеально. Думаю, что на этом мое видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Очень надеюсь, что вам понравился такой формат видео на моем канале. Ну, я вас всех очень сильно люблю. Ну и всем до новых встреч. Пока.